В Бурятии за выходные удалось потушить 24 тысячи гектаров горящей тайги, но все равно площадь лесных пожаров остается значительной – 140 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка по-прежнему в Прибайкале. С огнем продолжают бороться с воздуха. Спасателям помогает авиация Минобороны. Задействованы самолеты Ил-76, а также вертолеты. Они используются и для борьбы с очагами возгорания, и для доставки людей в труднопроходимые участки леса. За сутки инженерные войска оборудовали 20 километров противопожарных полос, защитив от огня две деревни.